Всем привет, с вами канал Just Games, и сегодня мы продолжим играть в такую игру, как Gran Turismo Sport. Сегодня я начну сразу со стартового меню. Возьмем всю ту же трассу, Нюрбургринг, и возьмем не как было в прошлой серии Peugeot RCZ, а возьмем Civic Type R 98 года. В нем 280 сил, но он в максимуме. Ставим гоночные мягкие покрышки, ну и все. И поехали. Я вижу в списках там Супра новая. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, писать комментарии и делиться этими другими видео со своими друзьями. А всем, кто кушает, приятного аппетита. И мы начали уже. Да поднимитесь. Испыхнуть пытаются. Я от них и оторвусь на поворот, но напрямую вряд ли. Все, тут есть машины, у которых 350, 380 сил. Как мы это 19 года, если 20, так разницы у них нет. Прямая взлетит, не взлетит. Хотя вряд ли он весит. Ты куда полетел? Хотя мне это лучше. Сейчас пристроюсь, буду его вот так носить. Эй, сидеть. Вряд ли я приеду первым, хотя еще полтрассы. Да, вы тормозите.
сложно будет догнать и обогнать КТМС Бой. Лучше словить отбойник, чем развернуться. В принципе, потихоньку мы его догоняем, был разрыв в 20 секунд, сейчас уже в 13. Сейчас догоним его. Я стрелку спидометр положил. Мне нравится, как он прыгает в отсечке, когда поворачивает. Чуть-чуть осталось.
хорошей серии. Лайра, выстрелила. Однако вот тут все тормозит. Ну, кроме меня. И это первое место. Ну, скажи так, Civic намного прикольнее, чем тот Пыжик. Управление гораздо лучше. Ну, и за счет переднего привода. Тормоза есть, но они не нужны. Разгон тоже есть. Ну, а всем, кто досмотрел эту серию до конца, вам огромное спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и делиться этим видео. Всем спасибо. Всем пока!